всем, первый раз она снова для Бакфаг. И сегодня самый рядовой поединок, который пройдет 18 сентября. А именно бойвозу Джунта на катане и Алхи Кавотесом. Шанс, на мой взгляд, 75 на 25 позже на катане. И Ярмусон одевается победу нокаутом в 9 раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подтвердите, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на рынке выходит Джунта на катане. 25 боев, 25 побед, 19 из них нокаутом и ни одного поражения. А вот выходит и его оппонент, Алхи Кавотес. 30 боев, 25 побед, 10 из них нокаутом, 3 поражения и 2 ничьи. Нам представляют боксеров. Сейчас рефери напомнит мне это большое правило, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Мимо. Точен Кавотес. Снова попадает Алхи. На катане отвечает. Неплохо. Мимо оба, Кэрлинч. Мимо. Расмен. Точен претендент. Кэрлинч. Попадает по корпусу чемпион. Неплохо. Точно на катане. Точен Кавотес. Мимо. Восмен. Снова восмен. Мимо. Снова восмен. Попадает Кавотес. Мимо. Точен Джунта. Восмен. Неплохо. Восмен. Точен Кавотес. Восмен. Неплохо.
попадает до Джонта. Кортес точен. Неплохо. Мимо. Неплохо. Мимо. Точен на катание. Мимо. Попадает в Джонта. Снова попадает на катание. Восьмен. Первый раунд завершен, и он за чемпиона. 10-9 на катании это делают. И у нас второй раунд. Мимо. Точен Кортес. Мимо. Неплохо. Оба. Восьмин. Мимо. Точен Аухи. На катание отвечает. Керлинич. Мимо. Точен Кавотеш. Мимо. Мимо. Попадает Дежунта. Неплохо. Мимо. Оба. Мимо. Точно на катание. Кортес отвечает. Восьмен. Попадает Дежунта. Неплохо. Мимо. Попадает претендент. Мимо. 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 Попадает чемпион, претендент отвечает. Точен Кортес. Керлин. Мимо. Попадает чемпион. Точен Аухи. Мимо. Мимо. И второй раунд за претендентом. Сейчас он с равным 19-19.
И у нас третий раунд. Мимо. Мимо. Точно, на катание. Кавтаж отвечает. Мимо. Попадает Алхим. Мимо. Точен за Роджунтом. Мимо. Кавтаж точен. Неплохо. Мимо. Точно. На катание. Кавтаж отвечает. Неплохо. Мимо. Кэрлинч. Лашмин. Точно, на катание. Мимо. Мимо. Кэрлинч. Лашмин. Точно, чемпион. Неплохо. Апел кот. Мимо. Мимо. Точно, кавтаж. Кэрлинч. Лашмин. Апел кот. Точно, на катание. Неплохо. Лашмин. Мимо. Мимо. Точно, Джунта. И третий раунд жанр катания. 29-28. Чемпионы это делают. И у Левсенеса тоже такой же счет. А у нас раунд у 4. Лашмин. Точен Джунта. Кавтаж отвечает. Мимо. Попадает Алхим. Неплохо начинает этот раунд претендент. Кэрлинч. Точно снова. Кавтаж. Попадает Алхим. Кэрлинч. Мимо. Мимо. Точно. Дежунта. Попадает на катание и сразу же кэрлинчует. Лашмин. Мимо. Мимо. Точно, кавтаж.
Но Катани отвечает и комментирует. Неплохо. Мимо. Попадает Джунто. Мимо. Попадает чемпион. Претендент отвечает. Мимо. Неплохо. Точен Алхим. Мимо. Снова попадает Калтеш. Неплохо. Мимо. Точен Дежунто. Мимо. Мимо. Помахивается чемпион, претендент наказывает. Точен Калтеш. Мимо. 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 Попадает Алхим. И четвертый раунд за претендентом. Сейчас мы начнем раундом 38-38. И у нас пятый раунд. Мимо. Апперкот. Мимо. Кого-то попадает. Мимо. Керлинч. Росмен. Мимо. Точен. Претендент. Мимо. Росмен. Мимо. Неплохо. Точен Калтеш. Снова попадает Алхим. На Катане отвечает Керлинч. Неплохо. Точен Алхим. Восьмен. Мимо. Мимо. Точен Джунто. Восьмен. Мимо. Неплохо. Точен Калтеш. На Катане отвечает. Мимо. Восьмен. Попадает претендент. Неплохо.
Неплохо. А вас мен. Тот снова Алхи. Мимо оба. И пятый раунд за КВТ-шем. 48-47. Алхи заделывают. И у нас раунд номер 6. Расмен. Апперкот. Мимо. Точно, дежунта. Неплохо. Керлинч. Мимо. Расмен. Мимо. На катание точен. Точен дежунта. Неплохо. Президент отвечает. Керлинч. Мимо. Мимо. Точно на катание. Восьмен. Мимо. Восьмен. Точен КВТ-ш. На катание отвечает. Мимо оба. Расмен. Точен дежунта. КВТ-ш отвечает. Мимо. Попадает претендент. Чемпион отвечает. Неплохо. Мимо. На катание точен. Мимо. И шестой раунд. Чемпион все-таки забивает свою копилку. После первой половины боя у нас ничейный счет 57-57. Посмотрим, что же нам покажет вторая половина боя. И у нас раунд номер 7. Неплохо. Точно, КВТ-ш.
Неплохо. Мимо. Ласмен. Точно Алхим. Калташ попадает. Неплохо. Точно, Джунта. Мимо. Попадает на Катане. Калташ отвечает. Мимо. Ласмен. Попадает Джунта. Мимо. Ласмен, Карлинич. Ласмен. Точно, Калташ на Катане отвечает. Мимо. Мимо. Алхи точен. Мимо. На Катане попадает. Мимо. Джунта точен. Ласмен. Мимо. Мимо. Оба. Карлинч. Мимо. Точно на Катане. Попадает Джунта. Мимо. Точно на Катане. Калташ отвечает. Мимо. И седьмой раунд за Джунта. 67-66. Чемпион Редилу. И у Нинсенсу тоже такой же счет. А у нас раунд номер 8. Попадает Калташ на Катане, встречает. Мимо. Попадает Джунта. Неплохо. Снова точно на Катане. Ласмен. Снова Ласмен. Точно на Катане. Апперкот. Мимо. Точен претендент. Мимо. Точно Джунта. Мимо. Попадает на Катане. Калташ отвечает. Неплохо. Мимо. Попадает Джунта. Калташ отвечает.
неплохо действует претендент. Застаивается чемпион. Неплохо. Точно калтеж. На катание отвечает. Мимо. Точно дежунта. Калтеж отвечает. Попадает Алхим. Восьмин. Неплохо. Клинч. Точно чемпион. Мимо. Попадает претендент. Апперкот. Мимо. И пятый раунд минимально за претендентом. Сейчас у нас с раундом 76-76. И у нас девятый раунд. Мимо. Точен калтеж. Мимо. Клинч. Точен на катание. Попадает дежунтом. Неплохо действует чемпион. Калтеж отвечает. Мимо. Попадает на катание. Неплохо. Мимо. Клинч. Мимо. Точно дежунта. Мимо. Точно на катание. Неплохо. Мимо. Точно калтеж. Неплохо. Мимо. Мимо. Оба. Точно чемпион. Мимо. Восьмин. Точно на катание. Восьмин. Мимо. Оба. Точно калтеж на катание отвечает.
Мимо. И девятый раунд за чемпионов. 86, 85 на катании это делают. И у нас десятый раунд. Мимо. Точно, дизюнта. Восьмиан. Попадает на катание. Кэрлинч. Попадает Алхим. Неплохо. Мимо. Точно каватаж. Неплохо. Попадает претендент. Восьмиан. Кэрлинч. Точен Алхи. Неплохо. Попадает на катание. Калтеш отвечает. Мимо. А претендент точен и кринчует. Неплохо. Мимо. Точен калтеш. Попадает на катание. Калтеш точен. Мимо. Мимо. Неплохо. Мимо. Точен претендент. Кэрлинч. Попадает на катание. Точен калтеш. Неплохо. Мимо. Точен калтеш. И десятый раунд за претендентом. Все снова с новым раундом. 95-95. Все на шаг чемпионские раунды. А у него все равно счет 96-92 в пользу Каваташа. И у нас вау номер 11. Попадает Алхим. Восьмиан. Мимо. Кэрлинч. Точно Каваташ. Попадает Алхим.
Неплохо. Мимо. Точно. На катание. Точно. Калтаж на катание отвечает. Мимо. Точно. Калтаж. Неплохо. Попадает Алхи. Осмен. Точен Калтеш. Попадает Калтеш и подвешен на катане. Терпит чемпион Кэрлинч. Осмен. Мимо. Неплохо. Точен Алхи. Мимо. Точен Калтеш. Мимо. Неплохо. Точно на катание. Точно Калтеш. Восмен. Мимо. Неплохо. Восмен. И 11 раунд за претендентом. 105-104 Калтеш впереди. Перед финальным раундом. И у нас заключительный раунд. Мимо. Точно на катание. Снова попадает Джунта. Калтеш отвечает. Осмен. Мимо. Мимо. Точно на катание. Восмен. Попадает Джунта. Восмен. Мимо. Мимо. Оба помахиваются. Восмен Кэрлинч. Мимо. Точно Калтеш на катание отвечает. Кэрлинч. Мимо. Точно Джунта. Мимо. Попадает Калтеш. Мимо. Восмен. Мимо. Апперкот. Точно на катание.
Watchmen. Мимо. Снова Watchmen. И у нас пошла последняя минута поединка. Неплохо. Точно, Джунто попадает на катание. Мимо. Мимо. Оба. А, пилокот. Мимо. Точно на катание. Watchmen. Watchmen. Что 14? Что 14? Ждем судейского отношения. И по роду судейским решением одерживает Алхи Калтеш. Что 16, 110, все судьи. На катании дали 1, 3, 5 и 6 раунд. А судьи за Калтешем, причем 9, 10, 10, 8, хотя нокдаунов даже не было. Что ж, давайте обратимся к статистике. На катане попал 333 удара из 850. Калтеш 350 из 846. У Дизунта 89 из 348 в голову, 244 из 500 в корпус и силовых 84 из 256. У Алхи 95 из 339 в голову, 255 из 507 в корпус и силовых 112 из 278. По раундам. Первый 28-26, силовые 4-10. Второй 24-26, силовые 2-11. Третий 32-30, силовые 8-11. Четвертый 26-28, силовые 7-9. Пятый 34-33, силовые 10-11. Шестой 30-28, силовые 11-11. Седьмой 28-30, силовые 5-6. Восьмой 32-35, силовые 10-14. Девятый 26-22, силовые 5-5. Десятый 22-31, силовые 6-7. 11, 27, 34, силовые 10, 9, 10. И финальный 31, 27, силовые 7, 7. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. И если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.